Америка ведет политику против России, против руководства государства. Они знают, что я один из тех, который готов отдать жизнь за Россию, и что у меня хорошая армия, которая может нападать и защищать. Посмотрим, что у кого получится. Америка не такая сильное государство, чтобы мы рассматривали его как врага России. У нас сильное государство, ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушит, автоматически наши ядерные ракеты полетят там. И весь мир мы перевернем, знаешь, рака поставим.